«Вы знаете, я вас любил. Не только это гложет душу на вас, потратил много сил, простился лично. Но я трушу. Я вас любил, но это все не зря. Вернуть бы дня того очарования, когда стояли вы ко мне впритык и видел вас. Животное желание. Счастливых дней не возвратить, я знаю, и лишь прощения попрошу. За нервных ваших клеток трепетания хочу покаяться, очистить грешно душу». Стоял всю ночь на кухне, возле нашего любимого столика у окна. Смотрел на фото ваше. Оно печальное, будто отдаленное от меня. Хотела вам сказать, что мне ничуть не больно. От ваших слов не щемит мою грудь. Вы сделали, что посчитали сделать можно. Простит ли вас когда-нибудь? Увы, я больше не одна. Не жду от жизни разочарования, и вам, прошедшая пора, скажу я смело. До свидания. Моя любовь прошла, ответы моего вы заслужили. Только теперь вас я прошу, не троньте боль, что в душе моей разворотили. Писать отныне вам не хочу, не намерена вас слушать. Последнее письмо ваше прочту, а дальше можете меня не мучить.